Миссия «Черное золото». Пошлите поговорим с Сэмом. Тут, в принципе, недалеко. Я бы, наверное, и пешкадралом бы дошел. Ну, ладно, прокатимся чуть-чуть. По горам, по долам. Вот уже и приехал. Заждался Сэм. О, чувствую, сейчас будем ехать и стрелять, наверное. Или нет? Все необходимое? Сувениры. Мне так давно хотелось оживить это место, как говорят у нас в Америке. Сэм, ты американец? Я. Мой отец был морским котиком. Я родился, когда отряд был размещен в Техасе, а потом его перевели в Германию. А, дядя Сэм. Я понял. Ага. Отец-основатель, я думаю. Будешь с этим разбираться? Забудь. Давай украсим наш торт свечами. Странно, почему он периодически отвечает «я», а не «да», например, ну, на английском «yes». Я, например, когда был на корабле, я никогда не говорил там на русском «да», никогда не отвечал. Всегда «yes» и «yes», а здесь почему «я»? Чтобы подчеркнуть, что он типа немец, что ли? Что надо сделать? Что-то не то делаю вообще. Или я все правильно делаю? Еще раз, уничтожь 4 основных участка. Странно. Сэм же за пулеметом. Я ничего не понимаю, как я их уничтожу. Интересно, я могу пересесть? Нет, вроде нет. Или достался 4 из всех. Да я еду, блин. А, вот как надо. Наконец-то, после стольких лет, я все же отнесу их к чину. Ой, Сэм, извини, друг, тебя убили. Блин, я не понял, как лучше действовать. Нахрена этого Сэма посадили за пулемет? Он ничего не может, блин, он их не убивает даже. То есть любые 4 точки заминируют, что ли? Пока я буду туда-сюда бегать, меня убьют и Сэма убьют. Хрень какая-то. Наконец-то, после стольких лет, я все же отнесу их в чистку. Еще непонятно, почему Сэм не пользуется масками какими-нибудь. Ведь если его кто-нибудь солдат узнает, он же потом донесет на... На него, что Сэм типа предатель и все такое. Вот. Заткнитесь. Так. И чё?
Ой-ой-ой. Да давай, гаси. Да блин, он скидывается. Я не понял, что это за точка вообще. Сэм, да убей ты его, а. Так, ладно, вот она. Первое место есть. Он в укрытии. Ты трупай. В каком я укрытии, придурки? Я на виду. Да Сэм, ты убей их, а, Касабланка, блин. Приготовь следующую бомбу. Два здесь участка. Странно. Я же один взорвал и уже помер. Ой. Ты нахрен стреляй, бензобак, я тебе сейчас стреляю. Я прикончу тебя! Когда веселишься, время бежит! Еще один! Твою ж мать, сколько у вас там? Черт, опять пулеметчик. Я его южный фонарь шатал. Сволочь. Еще трупа берем. Наверняка тут что-нибудь полезное будет. Да ты че живой такой, а? Да. Вот сделали. Странно, почему только 4? Сейчас рванет, уходим! Прощайте, ребята. Готово! Когда веселишься, время бежит. Еще один. Ну что дальше-то? Центр управления запасом горючего. Так, отлично. Куда это тогда? Центр управления запасом горючего. Так, вот сюда. Неужели опять через деревню бежать? Или здесь проект нужен?
Ого, здесь объект. Черт, тормоза! Непонятно, чего они пошли. Интересно, отсюда я смогу объехать. Ай-яй-яй-яй-яй. Внимание, вы покидаете зону задания. Ну вы мне очертите эту зону задания, или она очерчена, когда я вышку подсвечу. Да возвращаюсь я, что вы, не переживайте. Невозможно ехать нормально из этих тормозов. Ой, извините, извините, я не хотел, не хотел, простите. Что дальше? Поднимай пулемет, я иду внутрь. Ну, наконец-то. Давайте, давайте быстрее. Какие пулеметы, за машины или за какие? Вот сюда надо. Ну все, сейчас начнется. Ух, как хорошо рвануло. Наезжали тут. Взорвись. Я поведу. Давай, наконец-то. Давно бы так. Из меня водитель кривой. Вертолет, гаси вертолет, блин. Ну. Да пытаюсь. Блин, Сэм, ты чё, право купил, что ли? По дороге ищей. Типа отъехали, да? О, господи. Победа! Получилось! Америка, в рот вас! Пс. А теперь закончим дело. Убьем Хойда за покером. Давай, краба. Встретимся у дома Хойда. А, это мне уже нравится. И Хойд что, ничего не подозревает, так спокойно, продолжает в покер играть. Тут его все владения уничтожаются. 4000 опыта получил. Очко навыков. Что взять такого хорошего? Целебный снаб, да я их уже давно не делал. Тут опыт какой-то дают. Фига себе, я 3 навыка могу взять. Да мне уже ничего особо не надо. Вот это что такое? Давайте это. Тонные снадобья, которые я не делал, будут действовать на 500 раз больше. Ага, всех так. Паровозик.
А, это будет здесь. Ладно, сюда тогда перемещусь. Следующее наше будет задание грохнуть Хойта за покером.